По поводу 14-го административного корпуса Кремля и восстановлению монастырей, я в принципе выступаю за, потому что, как я вижу, что правительство Москвы и России, они сейчас ведут борьбу за такую национальную идею, за восстановление какого-то исторического духовного богатства Российской Федерации, и, соответственно, они делают эти изменения. И я думаю, что они найдут какое-то место, достойное место, где будет сидеть у нас правительство, да, парламент правительства.